привет, Андрей. Мы продолжаем поздравлять нашу любимую тетю Лину, народную артистку России, легендарную ведущую песни года Ангелину Вов с юбилеем. И сейчас эту сцену мы предоставим нашим гостям из Казахстана. Они исполнят мою любимую песню. Да песню Наташи Королевой «Желтые тюльпаны». Встречайте, Есенай Айтманбетова и Иса Байбак. Высохли фонтаны, лето кончилось нежданно. Желтые тюльпаны ты мне даришь, как ни странно. Знаешь ты сам, как же шел этот прозрачный налет. Желтые тюльпаны, о-о-о, желтые тюльпаны, желтые тюльпаны, весни и разлуки, света запоздалой, утренней звезды, утренней звезды. Желтые тюльпаны, помни твои руки, помни твои губы, строгие цветы, о-о-о. Строгие цветы, о-о-о, строгие цветы. Ты уедешь скоро, опустеет шумный город. После нашей ссоры, может, правды я не спорю, в том, что разбились мечты. Не виноваты цветы, желтые тюльпаны. Желтые тюльпаны, желтые тюльпаны, весни и разлуки, света запоздалой, утренней звезды, утренней звезды. Желтые тюльпаны, помни твои руки, помни твои губы. Строгие цветы, о-о-о, строгие цветы, о-о-о, строгие цветы. Спасибо. Мои подушки. Исина, а что это за молодой человек, который аккомпанировал вам? Мой второй сын. Вот. А, сын. Ага. Да. Я вы помните? Помню. Ну а как же, вы знаете, появление Наташи Королевой на «Песне года», это, знаете, это была просто бомба. 16 лет ей было. Да, 16. Идет гордо Игорь Николаев, знаете, моя. Да. То есть, ну вообще, сошла с ума вся студия, все мужчины. Но она была хороша. Ребята, ну это, знаете, это не передать словами. Настолько нежная, настолько красивая. А вообще, если она удивительная, она поет чисто на русском языке, но совсем не разговаривает. Можно представить себе? Она мне сказала, я вас поздравляю, на чистом русском языке. Ну вы Ангелину же знаете? Знаю. В детстве я смотрела телевизор, вот. Вашу передачу. Это же мои дети, все дети мои собрались. Песня года. А теперь у Есенай шестеро детей, друзья, представляете? Молодец. Давайте посмотрим, как она справляется со всем этим хозяйством и идет с песней по жизни. Птица счастья завтрашнего дня прилетела, крылья без меня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Саламат сдарма, добро пожаловать к нам, Казахстан. Я очень люблю гостей. Приходите, шашу наши обычаи, я встречаю гостей. Конфетки, да? Да. У меня большая семья. Мой муж Мухтар. Живем мы хорошо. Домашним делом занимается Есенай. Готовит, убирает. Она у меня молодец. Сейчас сын разведет огонь.
я сделаю казахский плов. Главный секрет – это национальный казахский печка. Я сначала первый лук и потом баранину. А теперь рис. Ой. Плов готовить научила моя мама. Мама, мама, мое сердце, я твои целую руки. Мы с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Я люблю на домбре играть. Она, наверное, одна на домбре на русском поет. Она плохо говорит на русском, но поет отлично. Неважно, песня казахская или русская, главное, душевная была песня. Я называю ее «катын», «катын» – арабское слово, в переводе «цветок». Это моя цветок, цветочек. Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Вот моя большая семья. Как говорят в Казахстане, русские сначала думают, потом рожает. А казахи сначала рожают, потом думают. И поэтому у нас большая семья. По традиции у нас за столом у каждого свое место. Со мной сидят девушки мои, потом сыновья, потом Есенай, потом сноха и внук. Мы садимся именно строго так. У нас все семья поющая. Мы поем на казахском, на русском. Все, что нам нравится. Я смотрела «Песню года». Я учила русские песни. Да, «Песню года» постоянно мы смотрели. Она смотрела и повторяла, и так и научила эту песню. Хорошие артисты, хорошие песни, всегда хорошая музыка. Русские песни очень мне нравятся. Луна, луна, цветы, цветы, нам счастья жизни не хватает. Берите добру! Начинай, берите добру! Знаю, милый, знаю, что с тобой. Потерял себя ты, потерял. Ты покинул берег свой родной. А другому так и не пристал. Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Ты ищешь тебя, любимый мой, вот это так непросто. Ты найдешь себя, любимый мой, и мы еще споем. День промчался. День промчался незаметно, выпить до дна. День промчался до рассвета, в небе луна. В лунном свете чище краски, с виду простые стали нежней и прекраснее цветы. Луна, луна, цветы, цветы, нам счастья в жизни не хватает, друзей и доброты. Луна, луна, цветы, цветы, все, кто влюблен и доверяют, надежды и мечты. Да в теплоходе музыка. Теплоходный гудок разбудил городок. Причали толпится народ. Все волнуются, ждут только 10 минут. Здесь всего лишь стоит теплоход. Здесь всего лишь стоит теплоход. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу.
машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. Не могу! Браво! Спасибо, Казахстан, за таких талантливых гостей, людей, которые помнят и любят песни, которые объединяли когда-то большую страну. Спасибо вам большое. В программе «Песни года». Мужу привет передавайте. Ты знаешь, Андрюш, я однажды была в Казахстане, был праздник большой, 250 лет объединения Казахстана и России. Ну, у каждого из нас спрашивали, что вы хотите. Я говорю, хочу кумыса. Раз. И второе, хочу в степь к чабану. Говорит, нет проблем. Меня посадили в газик, повезли. Привезли меня попить этого кумыса. Я села в газик, ничего не подозревая, степь, и вдруг в животе у меня как забурлило. Я думаю, господи, куда мне деваться? Смотрю, где-то вдали там какой-то лесок. Я говорю, мчи туда. Потом меня привезли к чабану. А у меня была прическа, как у Аллы Пугачёвой. Сделала мне химию какая-то моя подруга. И у меня была копна волос. Меня посадили на самое главное место. Чабан прям прыгал вокруг меня. Там семья, все там, ну, гости. Потом, значит, когда поели, попили, он говорит, ну все, Алла, пой. Я говорю, кто? Я беру, он думает, Пугачёва там стоит. Алла, пой. Ах, лето, не кончайся. Я говорю, я не Алла. Пой, Алла, ты почему шашлык ела, петь не хочешь? Я так я хочу, так... чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось за мной вслед. Андрей, я к вам подарка привезла, и Ангелина тоже. Неужели шашлык где-то плохо? Чтобы маленькие взрослые удивительные звезды дали свет. Лето, лето, лето звездное пусть. Это уже серьезно. Лена, а посмотрите. Спасибо, дорогая. Спасибо, спасибо. Ангелина Михайловна, сегодня все песни звучат для вас, и сейчас на этой сцене...